24-летняя Ольга Бузова приняла участие в новом челлендже. На этот раз звезда выполняла задание 25-летнего Гусейна Гасанова. Знаменитости развлеклись на самоизоляции игрой в «Слава». В рамках этой акции оба участника по очереди задают друг другу забавные или унизительные задачи. Сначала Гусейн попросил Ольгу вымыть подъезд. Поющая телеведущая подошла к заданию творчески. Она нарядилась в сексуальный костюм с дерзким мини и отправилась на миссию. Затем Гасанов попросил Бузову избавиться от своих брендовых нарядов, включая Дольче. Артистка не сразу решилась сделать это. «Это Дольче. Я не позволю», — эмоционально говорила Ольга в Instagram Stories. В итоге звезда все же сожгла наряды. Третье испытание от Гусейна оказалось еще более сложным для нее. «Оля, ты очень любишь свои волосы, так отрежь их», — заявил блогер. Бузова со слезами на глазах выполнила это задание. «Никогда не думала, что вяжусь в это. Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля, нелегко мне даются. Но я сильная и знаю, что вы меня поддержите. Я не умею бросать начатое на полпути. Сложное решение для девушки, но я смогла», — похвасталась артистка. Недавно Ольга Бузова в мини устроила сюрприз бойфренду. Звезда примерила ажурные мини-шортики. Певица изуродовала свой внедорожник из-за прихоти возлюбленного.